У червні 2016 року пішов із життя видатний український педагог, музикознавець, композитор і музикант Володимир Ілліч Скуратовський. Зовсім скоро, 28 квітня, близькі Володимира Ілліча та культурна спільнота відзначать 55 років із дня народження майстра. А 27 квітня – ювілей музичної школи номер 6, де він працював і де тепер є інтерактивний музей Володимира Скуратовського. Сьогодні наша гостя – викладач дитячої музичної школи номер 6 і педагог студії анімаційної педагогіки Ольга Скуратовська. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Понимаю, что апрель и эти дни для вас достаточно двояки. С одной стороны, юбилей школы, с другой стороны, воспоминания о муже. Итак, что же все-таки помогает держаться, что придает силы? Вы знаете, апрель действительно месяц особенный. Он для Владимира Ильича всегда был не только месяцем его рождения, но это было время, когда расцветает природа, когда оживает все после зимней спячки, как он в одном из стихотворений своих пишет. И для него это было такое счастливое время, время обновления, время, когда он следил за тем, как набухают почки и распускается каждый новый листочек, и всегда загадывал, распустится ли к его дню рождения каштаны. Я вчера уже увидела первые цветы на каштанах, и всегда, как правило, это происходило. И об этой поре он пишет часто в своих стихотворениях. Но вот уже второй год подряд мы весну проживаем без него, и, конечно, это время очень сложное, потому что оно сопряжено с воспоминаниями, которые иногда очень остро всплывают. И, тем не менее, мы стараемся держаться. Помогает нам в этом то, что мы сохраняем его память, сохраняем по возможности полноценно, разнообразно. И, конечно, за это время без него нам удалось очень многое сделать. И думаем о нем, вспоминаем, но пытаемся еще это каким-то образом оформить так, чтобы последующие поколения, те, кто не знали этого человека, смогли составить о нем представление и могли бы пережить то ощущение, которое мы испытали, когда общались с этим выдающимся человеком. Потому что мы это ученики, это его близкие люди, друзья, коллеги. Конечно, понимаем, что мы жили вот в эру выдающегося человека и счастливы, что были в его орбите. В школе 65, Скуратовскому 55. Mm-hmm. Вот насколько они взаимосвязаны? То есть. Когда все случилось, случилось все в музыкальной школе номер 6, где Владимир Ильич давал свой концерт и потом просто шагнул со сцены, завершив этот концерт. Конечно же, сразу возникло желание у людей сохранить память и дать имя этого человека школе. И теперь она носит имя Владимира Ильича Скуратовского, потому еще, что именно в эту школу после окончания Московской консерватории в свое время прибыл Владимир Ильич, поступил работать сюда и 26 лет проработал. Даже потом, когда он уже начал работу в консерватории имени Глинки, и там, в общем-то, в основном его профессиональная деятельность складывалась, он школу не оставлял и каждую неделю по вторникам приезжал заниматься с ребятами. И, разумеется, именно там мы хотели создать уголок, такой вот интерактивный музейный уголок, в котором мы бы могли продолжить общение с этим человеком. Нам это удалось. В этом году зимой мы открыли нашу музейную экспозицию. Это был длительный такой вот подготовительный процесс. Год назад, вот именно в эти дни, мы голосовали в городском проекте «Громадский бюджет». И мы выиграли и осуществили эту нашу идею. Я, конечно, очень рада, что это есть. И там сейчас музейная жизнь потихонечку идет. Мы проводим экскурсии, проводим небольшие поэтические вечера. Это все очень камерное, без лишнего пафоса, которого не любил Владимир Ильич. Вот в одном из своих стихотворений, которое оказалось пророческим, он как раз об этом говорит. «Быть может, я останусь в вашей памяти обломком вечной мерзлоты, уйдя без лишних слов, без слез, без паники, без суеты. Мир разукрасит сутолокой прошлого бесцветие завтрашнего дня. В нем будет много пышного и пошлого, но без меня. Блеснет закат в канун Великой Троицы осколками цветной слюды, и навсегда за поворотом скроются мои следы». Здесь даже, ну, фактически дата смерти предугадана. А в каком году было написано это стихотворение? Это стихотворение было задолго до его ухода написано, но когда мы потом его перечитали, придали ему уже другое значение, мы были, конечно,
потрясены. И вот он пишет о том, что будет много пышного и пошлого. Он очень не любил какой-то шумихи. И я думаю, что наверняка, если бы он сейчас мог высказать свое мнение по поводу музеев, по поводу каких-то мемориальных мероприятий, наверняка он бы покачал головой и сказал, не надо ничего этого. И, может быть, назвал бы это как раз пышным и пошлым. И мы очень осторожно действуем в этом направлении. Очень не хочется вызвать какое-то раздражение у окружающих тем, что вот постоянно мелькает это имя. Но хочется при этом все-таки успеть сохранить память, наследие и заложить те, может быть, основы для воспоминаний об этом человеке, которые бы длились во времени и могли бы действительно приносить пользу последующим поколениям. Вот на это направлена наша работа. Если говорить о проектах Владимира Ильича, вот что удалось сохранить, а что, к сожалению, без его участия невозможно? Он был человеком универсальным, очень разнообразным, и жизнь была его чрезвычайно наполнена музыкальными событиями и преподаванием, и концертной деятельностью, и лекторской практикой, самой разнообразной. И понятно, что он определял успех всех этих мероприятий, потому что такая могучая личность, такой искренности человек, такой, в общем-то, щедрой души талант невозможно заменить сейчас. И мы каждый раз, когда пытаемся продолжать что-то или работаем над изданием его произведений, мы понимаем вообще, какой колосс находился рядом с нами. Но, наверное, важнее даже, чем издать его произведение, сохранить вот тот дух, который ему удалось создать, вот эту просветительскую, вот эту деятельность, которую он сумел раскрыть в нашем городе, очень важно поддержать, очень важно дальше продолжать. Мы пытаемся делать все, что в наших силах. Я очень рада, что продолжает свою работу программа «Детская филармония», которую мы 18 лет назад создали. Конечно, без него это все иначе окрашено, но я рада, что мне помогают, участвуют и предлагают свою помощь мои коллеги-музыканты, ученики Владимира Ильича, те, кто приезжают сюда на гастроли, может быть, обязательно выступают для детей. Я рада, что удается продолжать и программу для взрослых, такую филармоническую, которую мы назвали «Музыкальный ликбез». И люди с интересом приходят, и, в общем-то, у нас уже есть такая вот маленькая компания действительно людей, увлеченных музыкой и желающих ее познавать. Ну, продолжает работу дискуссионный клуб, реже, конечно, чем Владимир Ильич его проводил, но это тоже, в общем-то, есть все, что в наших силах, мы, конечно, пытаемся сохранить. Ну и самое главное, пытаемся сохранить тот уровень музыкального образования, музыкальной педагогики, которую, в общем-то, нам продемонстрировал Владимир Ильич. И, понимаете, это сейчас, наверное, особенно остро и особенно больно звучит, когда в нашем городе идет разговор о том, нужно ли вообще музыкальное образование, в каком объеме, какого качества оно должно быть. Многие мне говорят, вот если бы Владимир Ильич был, то наверняка он бы смог объяснить нашим чиновникам, людям, от которых это зависит, насколько это важно. Но, вы знаете, я думаю, что он человек очень эмоциональный, очень страстно преданный своему делу, он бы очень сильно страдал, слыша подобные разговоры, потому что для него это не было вопросом, нужно это или нет, это необходимо ему было как воздух. И он считал, что каждый человек, а уж особенно ребенок, должен в своей жизни пережить ранний эстетический опыт, и не просто рукоделание какого-то, рукоделия, или не просто игры на каком-то инструменте или пении, а вот именно приобщиться к великой музыкальной культуре, чтобы быть человеком. Знаете, тут не могу не спросить про вот эту вот так называемую концепцию новую 2020-60, то есть вот насколько вам, людям, которые внутри этого всего находятся, дают возможность обсудить, то есть слышат ли вас? И вот для вас такая новость? У меня впечатление, что не слышат. Это отвратительно. Это не подлежит никакой вообще, никакому даже приблизительному там каким-то симпатиям. Это ужасно, и эту концепцию создают люди, которые вообще не имеют никакого представления о музыкальном образовании. Они видят в этом только статью расхода, стремятся ее сократить, и я не знаю, каким образом можно достучаться до них. Ну, вот я выкладываю в интернете цитаты Владимира Ильича, те его мысли музыкальные, которые в статьях оформлены или в видео. Ну, может быть, кто-то их прочитает. Я очень надеюсь, что они дойдут до ушей наших, в общем-то, людей, принимающих законы. Сильных мира всего, да, хотя бы на уровне городской власти. Но это неприемлемо абсолютно. Нельзя таким образом ставить вопрос, делить
отбирать вот таким образом талантливых детей, это бред просто. Давайте поговорим о хорошем. Да, вот за... на столе вы принесли с собой. Я рада, что сегодня что, я что уже это? Могу показать мне то, что действительно уже у многих наших горожан в руках, потому что люди, которые приходили на наши концерты или презентации, или на научную конференцию, которая состоялась в конце марта и была посвящена творчеству Владимира Ильича, это уже то, что мы издали. Это сборник его стихов. Это сборник, который он сам подготовил к изданию, но не успел издать. Его друзья, коллеги помогли, в общем-то, осуществить это издание. Очень серьезный, сложнейший труд для профессионалов, музыкантов, задачи по гармонии. Это сложнейшая, в общем-то, работа, которой восхищаются, конечно, настоящие профессионалы. И это, в общем-то, пособие, которое помогло спасти вот такой предмет — гармония. Есть у музыкантов такой предмет, который, в общем-то, не только, наверное, приобщает их к гармонии музыкальной, но и к гармонии жизненной. Жизнь. Сюда мы даже внесли шпаргалки, которые Владимир Ильич писал для своих студентов от руки. Они из поколения в поколение переходили, потому что это бесценные какие-то его рекомендации. Мы их решили тоже вот в качестве такого дополнения. Ну, здорово, что они сохранились. Да, да, это уникальные вещи. Ну и, конечно, нотные издания мы издали в этом году при поддержке и Департамента гуманитарной политики нашего города. Спасибо большое всем, кто участвует, помогает в издании произведений. Это только начало, но это, наверное, то, что наиболее часто может звучать из его музыки. Это произведения для детей и фортепианные произведения. Я надеюсь, что будут еще изданы и вокальные, и хоровые, и оркестровые его сочинения. И уже когда мы готовили музей, мы подготовили, ну, во-первых, такую же книгу, творческий портрет Владимира Скуратовского. Сделали несколько, ну, таких сувенирных, может быть, изданий. И в числе них вот такой еще календарь «Великие юбиляры» на 2018 год, где каждый месяц проиллюстрирован стихотворениями Владимира Ильича, а еще отмечены здесь даты, да, великих музыкантов, выдающихся музыкантов, в том числе и день рождения Владимира Ильича. Оля, если говорить о всем том, что вы показали, это где-то можно приобрести? Да, ну это прежде всего есть в нашем интерактивном музее, это предлагается на концертах или каких-то мероприятиях, посвященных творчеству Владимира Ильича, так что это есть. Вопрос два в одном. То есть вот и юбилей школы, и юбилей Владимира Ильича. Что вообще планируется? Юбилей школы будет в пятницу. Это будет грандиозное событие, потому что наша школа одна из самых ярких не только в городе, но и в Украине. Это школа, в которой за все годы перемен, очень сложных и неблагополучных для музыкального образования, удалось сохранить три оркестра. Эстрадно-симфонический, оркестр народных инструментов и джазовый оркестр. Вот они все три будут представлены на нашем концерте в пятницу. Ну, кроме того, конечно же, будут разные другие коллективы школы и солисты выступать на сцене. И всегда концерт музыкальной школы номер 6 – это праздник, это такое ощущение, что ты попадаешь в большую семью, потому что это удивительный действительно коллектив, где есть взаимопонимание, взаимоподдержка, и там действительно очень тепло находиться. Я училась когда-то в этой школе, в общем-то, практически вся моя сознательная жизнь связана с этим местом. Поэтому я, конечно, очень приглашаю всех, это будет настоящий праздник музыки. Дай бог, чтобы он был не последним в русле всех нынешних событий. Ну а учитывая, что это событие практически вот совпадает с юбилеем Владимира Ильича, то, конечно же, на концерте мы тоже будем говорить о нем, будет звучать его музыка, будут звучать фрагменты его выступлений прежних лет. Мы в плане вот такой юбилейной весны Скуратовского проводим несколько мероприятий. И какого-то отдельного концерта, посвященного именно его творчеству, вот в эти дни не проводим. Я думаю, что, конечно же, если бы он был жив, то какой-то авторский концерт обязательно был бы. Но мы в этой ситуации решили сделать несколько вот таких вот событий. У нас была конференция, у нас музейные мероприятия проходят. Вот сейчас готовится даже небольшая экскурсия, которую дети, ученики Владимира Ильича сами готовят и будут проводить для своих же, в общем-то, ровесников. Будут еще и дискуссионный клуб, и будут концерты в библиотеке. Я надеюсь, что в Академии имени Глинки уже к годовщине смерти будет тоже
тоже концерт именно вот такой консерваторский. Так что... У нас есть с вами минутка, буквально несколько блиц-вопросов. Насколько я знаю, документальный фильм уже есть или готовится, да. по крайней да, мере, Владимир Ильич? Да, уже готов. Я бы очень хотела, чтобы, конечно, как можно больше людей его увидели. Ну да. И тогда уже приглашайте на праздник. То есть локационно мы понимаем, что это улица Рабочая, но время... Я и... приглашаю, да, всех в пятницу в 5 часов, 17:00, в Дворец машиностроителей. Дворец культуры машиностроителей на улице Театральной, на юбилейный концерт школы. Я очень хочу, чтобы он был ярким, очень красивым и не последним. Я очень надеюсь, что то, что делал выдающийся человек, то, что продолжают мои замечательные коллеги высокого уровня профессионалы, все-таки было нужно нашей общественности, и они это понимали. Пусть все сбудется. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, наглядачам 9 каналу. Нагадаю, що у нас була у гостях викладач дитячої музичної школи номер 6 і педагог студії анімаційної педагогіки Ольга Скоротовська.